нам в редакцию обратилась группа людей с просьбой помочь разобраться в деле о выделении земельных участков на территории Новопокровского, Ильного округа и Сокотинского района. С 2014 года ни один из них не получил обратно свои деньги и обещанных участков для строительства жилого дома. Мы их не знаем, потому что, во-первых, это жители не наши жители, это не нашего села, это разные из города, со всех сторон, кому отдавали, на каком основании отдавали, какие у них между ними договорные обязательства были, это только им известно. Это земли ФБС и частные земли, то есть долевые земли, долевые на земли пустые. А экспертиза доказывает, чью вину? Ага. Как всех соберем, мы будем окончательно сумму определять. Ага. Ага. А результат экспертизы вину на кого показывает? Подпись и печать показывает, что это Новопокровская область. Мы такими деньгами не берем, и нам никто не имеет права давать эти деньги. Почему это делаю? Потому что вот эта квитанция, вот это все, это не наше. Нет. Это не ваша подпись? Это не моя подпись, это я везде уже объяснили, уже, если надо будет, мы уже в прокуратуре или в ГУВД были, уже объясняли, поясняли, это все это. Вот эта подпись? Нет. Байлхунов сказал, он пояснил это так. Во-первых, за те деньги, которые я вот сейчас беру для потери сельхозходи, он сказал, что это легально, потому что он выдаст квитанцию, потому что он подтвердит свою квитанцию печатью. Потом, а также он сказал, что подпишет соглашение двустороннее. Вопрос будет решен, и виновные понесут наказание.